Большое спасибо, Боншари. Я очень рада была попасть в эту команду. Мне все понравилось. Я безумно рада. Просто вот у меня что-то прям реально мураши прям сейчас. Вот. Наши учителя, прям не знаю, настолько спокойные, настолько они профессионалы в своем деле. Где-то мы там нервничали, но они нас успокаивали, и мы дальше продолжали работать. Вот, как бы, ну это замечательная вообще школа, блин, не знаю, 5 с плюсом можно поставить. Вот, насчет проживания хочу сказать, я очень сильно переживала, что на самом деле, где это будет, как это будет, где мы будем ночевать, на полу или где, ну мало ли, разное бывает, серьезно, это Москва. Для меня Москва это такой город, ну, везде обман. Мы приехали, 5 минут от Боншари. Мы прекрасно добирались рядом, очень чисто, аккуратно, все, не знаю, постель, полностью все у нас оборудовано было. Так что, девочки, приезжайте, пожалуйста, не переживайте, все здесь, вот как пишут, так оно и есть. И куда ты от нас уедешь стричь, расскажи? А я поеду стричь в Канаду. Вот так. Я постараюсь продолжить и так же стричь, как меня здесь научили, может быть, конечно, первые шаги будут сложные, но я буду стараться. Большое спасибо.